пожарные, это думают, что это пожарные узлы. Здесь голову не надо ломать. Привет! В общем, вот такое положение у меня сегодня. Очень холодно и дует сильный ветер. Если бы я занимался парусным спортом, и у меня был бы парус, я бы, наверное, прыгал от радости. Поэтому буду немного вот так, не знаю, как у меня с дикцией, постараюсь записать видео так, чтобы меньше было помех от ветра и шума вот этого. Потому что он очень дикий. Значит, суть в чем? Мне нужно спуститься вниз вот с этого обрыва, закрепившись веревкой за дерево, и потом эту веревку к себе же и забрать. То есть завязать узел таким способом, чтобы я мог и спуститься, и внизу потом выдернуть обратно себе эту веревку. Мало ли, куда она мне сможет пригодиться. Значит, вот есть у меня веревка 50 метров. Пополам ее длины хватит мне, чтобы спуститься где-то метров на 20-25. Значит, выбираю для спуска подходящее дерево. Нахожу середину веревки и два конца свободных сбрасываю их вниз. Так, сейчас пока вот на этом покажу, там, потому что ветер сдувает все слова, вообще ничего не слышно. Есть обнос опоры, вот два конца равных по длине, которые вниз я сбросил, к примеру, и вяжу любым доступным способом, которые пожарные знают, как четыре способа закрепления за конструкцию. Весь секрет в том заключается, что пожарные это думают, что это пожарные узлы. На самом деле пожарные узлы не придумывали, но их учат крепиться четырьмя способами за конструкцию. У меня есть видео на канале, где я показываю все эти четыре способа и еще дополнительный пятый. Любой из этих способов, который вам больше нравится, вяжем, к примеру, калмыцкий узел. И при затяжении я как раз тяну за тот конец, который будет рабочий. Я его уже стегиваю или ввязываю в свою систему спусковую, с помощью которой я буду спускаться. К примеру, сейчас у меня спускового устройства нет, но есть просто карабин. Я вяжу узел УЯ, с помощью которого могу спуститься вниз. Но я буду применять сейчас, конечно, восьмерку. После того, как я спущусь вниз, за тот свободный конец, его желательно на пока спускаешься не трогать, во избежание каких-то недоразумений, за него я выдерну, распущу свой узел и, соответственно, веревку вытащу к себе туда вниз. Что здесь еще характерно, какое отличие? То, что нет ни короткого, ни длинного конца, к которому, опять же, привыкли все сотрудники и работники в подразделениях пожарной охраны. Поэтому здесь голову не надо ломать, без разницы. Как завязал, затянул, соответственно, тот конец, которым затянул, он и будет рабочий. Достаточно не просто снимать вот эту дисциплину все одному, но большой привет моему оператору, он знает, о ком речь. Никогда не выполняйте данные упражнения, не тренируйтесь в одиночку. Обязательно должна быть страховка, обязательно должны люди, которые вас контролируют и в случае чего о вас позаботятся, окажут вам помощь.
так как я, не повторяйте. Я запрещаю вам. На этом у меня все. Я надеюсь, все ясно предельно. Всем добра. До связи.